Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Айдар Гумеров. И сегодня мы расскажем о трагедии на улице Нариманова. Он все, по-моему, сразу скончался. Под колесами автобуса погиб человек. Расследование налета на торговые ряды «Алтын» завершено. Занимается практически всеми видами криминального бизнеса. Кто и зачем устроил там погром? И лабораторная работа по собственному желанию. Вот это готово, да? Голубая, да? В одном из гаражей полицейские обнаружили производство наркотиков. Это не только прямо сейчас. Сегодня рано утром на улице Нариманова под колесами автобуса ПАЗ погиб человек. Личность погибшего до сих пор не установлена. Но, как рассказали продавцы ближайших магазинов, он не имел постоянного места жительства. Добавили, выбежал в дорогу в тот момент, когда стоящие автомобили начинали движение. Водитель автобуса его, скорее всего, не видел и не понял, что произошло. После наезда проехал еще несколько десятков метров и только потом остановился. С места трагедии репортаж Айрата Назипова. Все произошло в утренний час пик. По рассказам очевидцев, плотный поток машин стоял на светофоре и тронулся, как только загорелся зеленый свет. В этот момент на дорогу в неположенном месте вышел пешеход. Он мгновенно оказался под колесами автобуса ПАЗ, водитель которого никак не мог увидеть мужчину. Переехав человека, шофер остановился лишь через несколько метров. Спасти пешехода, прибывшие на место врачи, уже не могли. Он все, по-моему, сразу скончался. Личность погибшего устанавливается. На вид ему от 30 до 40 лет. Впрочем, сбитого пешехода узнали продавцы местных торговых точек. По их рассказам, мужчина не имел постоянного места жительства. Он бомжарик. И вот он по вокзалу все ходил. Тут вот ходил вчера, говорит, вот здесь пиво, говорит, пил. Я как по домой ходил, не видела. Да? Сейчас сюда приедет? Нет, вот, говорит, только первый раз пришел. А так он на вокзале, говорит. Водитель автобуса имеет за плечами 26-летний стаж вождения. Степень его вины определится в ближайшее время. Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Кардинально различаются взгляды на причины аварии, произошедшей на проспекте Имашева у участников столкновения. Там не поделили дорогу «Лада Приора» и «Хёндай Тусона». В результате один из автомобилей врезался в дорожное ограждение, получив при этом серьезные повреждения. Обе версии выслушала Альбина Минибаева. Я прям удивилась, когда он звонил мне, говорит, вот такая ситуация. Супруга водителя «Лады» утверждает, ее муж всегда очень аккуратно водил автомобиль и никогда до этого не попадал в ДТП. Говорит, что и в этот раз спокойно ехал по проспекту Емашева и неожиданно его подрезала иномарка. Вот эта машина, эту машину с правой стороны, где автобусная стоянка, этот, линия. Рассказывает, что дальше по инерции их автомобиль отбросило вперед, где «Лада» наткнулась на дорожное ограждение. Машину буквально разделила пополам. «Хёндай» откатился на несколько метров вперед и тоже остановился. Но водитель иномарки видел случившееся иначе. Я прямо вот из-под моста выехал, я прямо поехал вот сюда этот, как его, вот прямо. А он откуда-то слева, мне, блин, я даже не знаю, откуда он прилетел, он слева мне, вот у меня весь бок-то. Я поэтому правее-то взял сюда, блин, залетел, чтобы с ним не столкнуться, а он меня ударил как бы в бок, и поэтому в забор влетел, а я сюда поехал. В том, что кого-то обогнал, не согласен. Говорит, что не торопясь, двигался по своей полосе. «Ладу» даже не видел. На чьей же стороне правда, выяснят автоинспекторы, которых остались дожидаться участники столкновения. Альбина Минибаева, Алла Рыкова, Азат Самигулин. «Вызов 112». В доме, где ранее избили 16-летнего подростка, обнаружено тело зарезанной 61-летней пенсионерки. Кровавое происшествие случилось в доме номер 8 на проспекте Химиков в Нижнекамске накануне вечером. По первоначальным данным, женщина погибла от ножевых ранений в шею. В квартире, где, возможно, произошло убийство, проживал ее сожитель. Где он сейчас, неизвестно. Полицейские ведут его поиски. Напомним, в этом же доме несколькими днями ранее произошел конфликт между 16-летним подростком и двумя парнями, в ходе которого потерпевшего избили и вывезли из квартиры в лес, где он и был убит. Дело о погроме торгового центра «Алтын» дошло до суда. Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении предполагаемых участников казанской криминальной группировки «Суконка». Следователи установили, что именно они в марте этого года ворвались в торговые ряды и крушили все, что попадалось на их пути. До хулиганского марш-броска фигуранты дела успели разгромить еще один рынок. Все подробности у Динары Камаловой.
Участников погрома торгового центра, произошедшего 17 марта, оперативники установили довольно быстро, однако с задержанием возникли проблемы. Одного из налетчиков полицейские задержали спустя сутки после нападения. Еще трое пришли в полицию с повинной на следующий день. Позже добровольно явились в полицию еще двое. Других четверых участников нападения полицейские задержали в разное время в Казани. Одного из подозреваемых пока так и не нашли. Он объявлен в розыск. Всего в нападении участвовали 11 человек. Как установили полицейские, все активные участники казанского преступного формирования «Суконка». Круг криминальных интересов достаточно обширен. Занимаются практически всеми видами криминального бизнеса в зависимости от возрастной категории. Свою вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемые признали, объявив, что погром в торговом центре устроили якобы из-за некачественного ремонта, принадлежащего одного из них телефона. Однако, как установило следствие, истинной причиной акции устрашения стал конфликт родственников одного из обвиняемых с другими предпринимателями. Похожий случай произошел на рынке стройматериалов на улице Журналистов в Казани в августе минувшего года. Как установили полицейские, за 2 часа до случившегося один из активных участников «Суконки» повздорил с предпринимателем на рынке, после чего вызвал на подмогу около 30 молодых людей. Подъехав на нескольких автомобилях, они пробежали по территории рынка, избив нескольких торговцев и одного посетителя. В отношении фигурантов возбудили несколько уголовных дел. Сейчас полицейские делают все, чтобы разобщить криминальную структуру. Динара Камалова, Айрат Назипов, вызов 112. Поймали за одно, а будут судить еще и за другое. Полицейские из Зеленодольска раскрыли грабеж. А злоумышленники стражи порядка узнали 26 ноября, когда в полицию города обратились сотрудники одного из алкомаркетов. Они сообщили, что неизвестный мужчина открыто похитил из витрины бутылку виски стоимостью почти 1400 рублей. Все зафиксировала камера видеонаблюдения. Спустя 2 дня подозреваемого задержали в продуктовом магазине. Им оказался ранее несудимый 22-летний зеленодолец. Когда молодой человек понял, что отпираться бесполезно, неожиданно для всех он признался в совершении еще одного преступления. Задержанный сообщил, что 13 ноября около одного из домов на улице Комарова он выхватил у женщины сумочку, в которой оказалось 360 тысяч рублей. Тогда жертвой злоумышленника стала 46-летняя женщина. Сейчас подозреваемый опознан всеми потерпевшими. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские Казани задержали 19-летнего казанца за кражу денег из ящика пожертвований в 2 мечетях. Первое преступление произошло 22 ноября. По версии стражи порядка, молодой человек пришел в молельный дом мусульман и пробыл там около 20 минут. Убедившись, что никто за ним не следит, подозреваемый подошел к ящику, вскрыл его и похитил все деньги. Сумма ущерба составила порядка 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодой человек был задержан оперативниками по месту жительства в одном из поселков Зеленодольского района. В ходе работы с ним полицейские установили его причастность к краже из мечети в Ахитовском районе, которая была совершена 23 ноября. В настоящее время в рамках расследования уголовных дел проведены все следственные мероприятия. Подозреваемый, полностью признавший свою вину, отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Создал нарколабораторию прямо в гараже. Полицейские города задержали 26-летнего казанца, подозреваемого в производстве синтетических наркотиков. Для этого он использовал гаражный комплекс, принадлежащий его родственнику. Чтобы скрыть это преступление, он пошел еще на одно. Какое, расскажет Рамиль Шайдулин. Работали. Работали над чем? Пробовали сделать наркотики. 26-летний житель Казани объяснялся с полицейским прямо на месте своей работы. Им он пояснил, что в одном из гаражей по улице Минская он изготавливал синтетические наркотики. В так называемой лаборатории оперативники обнаружили реагенты, колбы, упаковки, электронные весы и инструкции по изготовлению наркотических средств. Кроме этого, оперативники изъяли мефедрон, изготовленный задержанным. Общий вес наркотика составил 274 грамма. Вот это готово, да? Голубая, да? Чтобы не попасться в руки полицейских, молодой человек старался соблюдать все меры конспирации. Он не только сохранял полную анонимность в общении, но и даже приобрел поддельные документы на вымышленное имя. Но даже такие методы не помогли скрыться от правосудия. В отношении него возбуждено уголовное дело по 2 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов и покушение на незаконное производство наркотических средств в крупном размере.
На время следствия избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские выяснили, что в лаборатории помимо задержанного работал и его сообщник, специалист-химик. Сейчас оперативники устанавливают его местонахождение. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.